Мне нравятся Ровеньки, потому что здесь спокойно, уютно, здесь очень красивые места. У нас есть Меловая гора, это отличительная особенность нашего поселка, вот, замечательная река. Здесь очень доброжелательные, гостеприимные, вот, отзывчивые люди. Ну, Ровеньки довольно-таки развивающийся поселок. Здесь открыли кинотеатр, открывают площадки игровые, вот, для детей. Все новое, современное. Здесь тихо, спокойно, нету вот этой шумихи городской. Мне здесь нравится. Ну, кто любит тихий, спокойный образ жизни, вот, природу, тому больше подходят Ровеньки. Потому что можно вот на пикник сходить, там, я не знаю, по сосне на лыжах пробежаться. Больше для семейных людей, мне даже кажется, поселок подходит. Садик буквально открыли у нас в Нагольном, тоже новый современный садик, красивый, туда вот хочется идти, водить своих детей.